Составление оценок такова, что команда выступила, потом выступает вторая команда, а вот после этого только выставляются оценки первому коллективу. Решительно вошли в ковер спортсменки Азербайджана. Ну, представляете себе, какой шум, какой шквал аплодисментов. Так вот, я хотел бы напомнить, что, конечно, вот в 90-е годы с появлением на большой спортивной сцене Ирины Винер и ее подопечных, в первую очередь, конечно, мы Венеру Зарипову вспоминаем, потом ее однофамилицу Амину и далее по списку, что называется, мы можем говорить о том, что действительно вот российская художественная гимнастика стала, ну, пожалуй, по-настоящему правопреемницей. Знаете, когда футболисты с гордостью говорят, что вот мы правопреемники Советского Союза, да, футболисты сборной России, да. Но вот эта вот правопреемственность, она с трудом прослеживается. А вот то, что касается художественной гимнастики, то здесь она абсолютно четко прописана, она абсолютно четко видна. Сегодня с утра начались соревнования, предварительные соревнования юниорок. Вот, потому что вот открытие соревнований было в 16:00. Ну и вот сейчас групповые упражнения и многоборье. Завтра юниорки будут проводить отбор в отдельных видах и в командном зачете. Довольно рано начинаются соревнования, в 8:30 утра. Вот. Ну а то, что касается 16:00, начинается выступление элиты в многоборье. Ну и завершается чемпионат 15 июня. Юниорки, финал в отдельных видах с 11 до 13:00. Ну а затем группы, финалы в отдельных видах программы и церемония закрытия. Хорошо прописанная музыкальная часть, я имею в виду музыкальная составляющая, в современных эстрадных ритмах в перемешку с национальной азербайджанской музыкой. Хотя не без недочетов. Мы с вами видели не очень уверенную ловлю вот в последний момент. Посмотрим. Пока мы знаем оценку только сборной команды Беларуси. Сложная конструкция такая была здесь сооружена девушками. Вполне заслуженно. 10,4. Оценка сборной Белоруссии. Ну, дорогие друзья, как вы понимаете, это практически выбыть из борьбы называется. Сборная Азербайджана в костюмах небесно-голубого цвета. Мурашки по спине побежали, честно вам скажу. Незабываемый голос Меслима Магомаева.
Но вот зрители ведут себя, как будто на футболе находятся, честное слово. Но художественная гимнастика – это не тот вид спорта, где надо вот так вот орать, свистеть, сопровождая выступление. Восторг надо выражать после того, как закончится выступление. Так ведь и спортсменок сбиваешь. Красиво. Неужели там никто не догадается во дворце спорта сделать объявление о том, чтобы зрители не шумели во время выступления? Вот сейчас, пожалуйста, аплодируйте, сходите с ума от счастья. Ну, ошибки были, конечно, мы видели. Очень красивая, эффектная концовка, но ошибки были. Рев трибун, он просто ломает впечатление от композиции.